Проект по промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей реализуется с 2014 года. Ведется строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК – самый масштабный инвестпроект ОАО «Беларусь-Калий» за всю его современную историю. Инвестиции составят 1,5 миллиарда долларов. Проектная мощность ГОКа – 1,5 миллиона тонн калийных удобрений в год. Планируется, что к 2025 году мощность комбината вырастет до 3 миллионов тонн хлорида калия в год. Всего более 280 объектов строительства начато. 36 объектов уже сдано и введено в эксплуатацию. Идет строительство основных технологических объектов. Закончено здание клетевых машин подъемных, здание скиповых машин номер 1, номер 2. Значит, произведена намотка канатов на клетевой машине, на скиповой машине. Значит, произведен спуск клети в ствол. Значит, сейчас производится отладка работы машины в различных режимах. Значит, после завершения этих работ будет произведен спуск оборудования горно-проходческого оборудования в шахту для дальнейшей проходки сбойки между стволами.